В Ульяновске начали менять систему работы общественного транспорта. Жалобы на качество работы отрасли поступают регулярно. Так, например, уже изменился 35-й маршрут Центробанк-парк Прибрежный. Теперь он осуществляет работу с заездом через новый микрорайон Центральный в новом городе. 93-й маршрут продлили до улицы Рылеева. Изменился интервал движения многих автобусов. Сейчас расписание на остановках обновляют. Получить подробную информацию о схеме движения маршрутов и автобусов можно на сайте Управления дорожного хозяйства. Для быстрого перехода на портал на устанавливаемых табличках разместили специальные QR-коды. Оптимизируется работа маршрутов. Один маршрут появился новый, более 12 маршрутов на данный момент уже оптимизировано. Соответственно, это тоже информация должна быть актуализирована и размещена, чтобы жители на остановке могли ориентироваться. Город откликнулся, и сейчас около 200 вывесок изготовлено. 50 по центру города уже заменено, работа продолжается. Сразу несколько маршрутов переведены на регулируемый тариф. Это маршрутки номер 3, 12, 59, 65, 91 и 88. В случае, если маршрут будет неприбыльный, муниципалитет окажет ему финансовую поддержку. Кроме того, обсуждаются меры по улучшению работы маршрутов номер 25 и 28. Мы провели торги по двум новым маршрутам. Это номер 20 и номер 1. Это так называемый у нас аэроэкспресс от аэропорта до центральной части города. Также мы изменили маршрут номер 20 с заездом в микрорайон Свияга, что также обеспечило транспорт доступность данного микрорайона. За 2020 год с момента старта работы Центра управления регионом было зафиксировано более 500 сообщений по теме работы общественного транспорта от жителей области. В этом году уже поступило 394 обращения. Больше всего ульяновцы жалуются на нарушение графика движения, содержание остановочных павильонов и неудовлетворительные условия проезда. Все придумают, и кто может, короче. Люди мерзнут на улице. Ни трамвая, ни маршрутки. И еще, пожалуйста, было бы хорошо, если хотя бы в одних маршрутках был бы валидатор для принятия карты, понимаете, банковской. В результате того, что были сильные морозы, наверное, были какие-то перебои. А так, мне кажется, у нас все хорошо с транспортом. Я не жалуюсь, меня все устраивает. Маршрутки ходят, трамваи тоже хорошо. Свои предложения по улучшению транспортной системы ульяновцы могут оставить на сайте Управления дорожного хозяйства и транспорта. Получить обратную связь также можно по номеру 27 07 45. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.